Тарелку с автографами участников съемочной группы разобьют чуть позже, соблюдая традицию. А пока идет подготовка. Сейчас мы готовим к первой сцене героя Димона. Ему делают грим, а я его одела. Ну, собственно, как-то так. У него замечательное кольцо. Пожалуйста, продемонстрируйте. Так, и вот браслет. Улитка. 99-й пробу. Съемки идут в окрестностях Левково, невзирая на снег и ветер. Даша, надо гримировать? Нет, одеть и все. В первый съемочный день подглядываем за киношной традицией. Что, друзья, скажу вам. Спасибо большое, что согласились помочь. Я надеюсь, у нас кино получится веселым, как и задумывалось. Прокатчик есть уже. Наша задача сделать это хорошо и качественно. Так что команда подкаблучников с Богом. Ура! Ура! Автор сценария и режиссер – наш земляк Александр Мельников. Фильм короткометражный, 15-минутный. Вот. Рассчитываем это фестивальное кино, которое 8 марта отправляется у нас на кинофестивале короткометражного фильма. Это моя первая режиссерская работа. До этого я просто снимался в кино в качестве актера. Вот. И давно хотел что-то снять, что-то написать. Не хотел снимать там, ну, никакую чернуху. Хотел что-то такое веселое, доброе. Вот. И как-то так пришло вдохновение. За полтора дня написал сценарий. Вот. И получилась такая комедия. И прям побей его. Прям, ну, это должно быть жестко. Да. Я уже об этом. Где бабло? Подожди. Не, прям. Ну еще более. Подожди, убедитель. А это? Че? Зет, плевать-то надо кровью, нет? Получится, плюнешь, не получится. Ее уже нету. За что вы его избиваете-то? Этот человек не заплатил коммунальные услуги. И много? Много. 25 рублей. Если вы не заплатили, мы придем к вам. На самом деле эти сцены – фантазии главного героя. Кульминация 15-минутной короткометражной комедии будет сниматься в третий финальный день, а точнее ночь съемок. Сцена 4, кадр 1, дубль 2. Из 21 члена съемочной группы четверо – наши земляки. У меня вот небольшая там роль. Вот, ну такая ключевая, можно сказать. А так, да, то есть еще съемки будут и завтра, съемки и послезавтра. Александр Мельников обещает, ивантеевская аудитория фильм «Подкаблучник» увидит на специальном показе.